9 октября в календаре событий обозначен Всемирным днем почты. Хасавюртовский почтамт берет начало своего основания в 1847 году. За основу работы берется качественное и быстрое обслуживание клиента. На территории города 9 почтовых отделений, в каждом из которых на специалиста возложена задача со всей ответственностью выполнить запросы горожан. По словам руководителя Центрального отделения связи Рагимы Батыровой, в приоритете для любого специалиста данной сферы быть полезными для граждан. Главное – это общение с клиентами. Самое главное вот это, и находить с ними общий язык. Главное, чтобы они уходили от нас довольные, и никто не жаловался по возможности, конечно. И сама работа, сам процесс. Ежедневно в Центральном отделении почты обслуживается более 100 клиентов. Производится отправка писем, посылок, бандеролей и имеются определенные сроки доставки, согласно почтовым правилам. По мнению самих клиентов, все услуги предоставляются качественно, что во многом упрощает задачу для граждан в сфере почтовых отправлений. Персонал очень лицеприятный. Пользователи порядка, как минимум, порядка 3-4 лет, наверное, где-то так. Приветливый, хороший коллектив. Все своевременно всегда, как положено. Поэтому я не думаю, что куда-то в другую почту туда обращаться. В основном только здесь работаем. Желаю всем работникам почты, как России, так в частности, данного почтового отделения, счастья им. Пусть будут все их мечты, здоровья детям, семье. Удачи вам всем. Помимо вышеперечисленных услуг, большим спросом пользуется еще одна, которая носит название «Экспресс-почта» от двери до двери. То есть почтовая отправка направляется адресату домой. Из всех видов почтовых отправлений наиболее распространенным является посылка. В день осуществляется около 200. На втором месте ценные бандероли, которые оцениваются клиентами в зависимости от содержимого. Вся информация об осуществляемых операциях вносится в автоматизированную базу данных, где каждую отправку можно отследить до самого момента вручения. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».